сегодняшний день работы по скульптурам готовы где-то 60%. То, что касается сложности работы с культурой, ну, это уже много было сказано о состоянии скульптур. Была разработана методика по реставрации скульптур московским специалистом Еленой Владимировной Кузнецовой. Вот. На сегодня скульптуры уже готовы, часть скульптур готова к покраске, часть готова к финишным каким-то отделкам. То, что касается фасада, фасад готов на 95%, на 90-95% готов к покраске. Я думаю, что в ближайшее время мы приступим к покраске фасада, и уже там где-то недели через две можно будет говорить о готовности центральной части фасада. Были проведены работы по укладке армирующей сетки на базовую шпаклевку, оштукатурена финишной шпаклевки, вышкурена до того слоя, на который ложится покраска. Была создана комиссия по выкрасочному слою, принято решение. То есть на данный момент уже, в принципе, готовы к покраске. Наверху обстоит дело, там готово на процентов 65. Вот. Тоже проведены работы по размывке, очистке, расшивке швов, наложении штукатурного слоя. Где-то уже и финишный слой идет. Но там были большие разрушения, то есть даже и в некоторых местах еще ведутся дополнительные работы.